Да чего? Хватит махать! Ты... Оп! И... Ты чё? Машину смерти запустим. Вот эту. Бензопилу. Пилу, да. Пила это самое крутое. Я располоча, что называется. У нее... Она восстанавливает себе жизнь. О! Ты что делаешь? Надо оружие поменять. Срочно меняем оружие. О! Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами, как всегда, я, Санфокс. И сейчас я продолжаю проходить Shadow Fight 2. Бой с тенью 2. Это будет, наверное, финальная серия. Я еще не знаю. Но, скорее всего, так. Потому что сейчас я буду проходить последнего босса, Титана. Смотрите, сколько у меня оружий. У меня максимальный уровень, кстати. Я уже накопил его. Вот у меня те, что я буду использовать. Вот это я попробую всех проходить. Сейчас покажу, как вот это вот, типа, винтовка стреляет. Я не знаю, что это такое. Вот такое, типа, Звездные войны. Звездные войны, как бы, да. Так, это затмение. Вот он. Вот все это последнее. Сначала буду проходить каменный лес. Турнир вот этот. Я еще его не допрошел. Пандемия, чё? Опять эти косы. Почему она тут нарисована косы, а здесь лук? Чего? Что происходит? На. Ну. Половину сразу. И бомбочка. Птичка. На. Я смогу, как в Звездных войнах, так. Пим. Давай. Не получилось что-то. Давай, вперед, нажимаю. Ладно, все. Я ж победил. Теперь второй раунд. Опять этот лук. Я хотел стрельнуть бластером. Вот так. Как вы видите, много урона наносится. О, перфект. Ну так, посередине сделал. Звук. Теперь тут кто будет? Ну, опять этот. С огнеметами. С такими какими-то штуками странными. Лови. Бублик. Я бубликом кинул. Опять перфект. С финальной бомбочкой. С финальной птичкой. Да, как я и говорил. Давай бублик съешь. Сейчас я бублик кину. Вон бублик. Видите, там с дыркой посередине. О, бублик. Бублик лови. Это он какой-то капкан мне кинул. Ну давай. Когда он огонь пустит? Из огнеметов. Странно. И что это было? Так, подсечку давай, подсечку. Давай. Это я хотел подсечку сделать. Ну уж ладно. Все равно я победил. Разницы никакой нет. И последняя стадия турнира. Кто тут? Кто тут? Я не знаю, кто тут. Фух. А, тут вот этот, душегуб. Под душем. Искупался под душем и сражаться пошел. Хорошо.
какими-то штуками. Давай, давай. Ты подсечку я хотел. Я случайно на оружие нажал. Так, давай, давай. Да что ж ты кидаешь? Да, давай. Я же хотел отдохнуть. О, подсечка. Теперь вертушка. Да хватит повторять за мной, а? Свои удары делай, за мной не повторяй. Давайте машину смерти запустим. Вот эту. Бензопилу. Пилу, да. Пила это самое крутое. Я распалача, что ли, называется. Да чё ты? Он испортил мне воздух. Какое достижение. Опять 4500 опыта. Хотя он мне не нужен. Сейчас последнего телохранителя какого-то буду проходить. На колени узри, владыка, что правит железной рукой, когда голова стегна лишь коснулась земли, голову царства себя по праву сильного, добрым тень. Да, если дать людям волю, они разрушат свое же государство. Ты такой же, как этот сброд, и я ненавижу тебя за это. Какой-то непонятный. Потом вот этот титанчик будет. Он тоже с луком. Зуб кобры, что ли, он называется. С луком опять. Это лук плохой вообще. Но он стреляет-то. Да чё ты? Хватит уже своим луком. Стреляй лучше луком. Я же стреляю, смотри. О, это он иглами кинулся. Опять иголки свои кинул. Шипы. Ау! Опять. И бублик ему в ответ. Давай, бублик. Да съешь бублик, он же вкусный. Давай. Бублик съешь. Вот шипы невкусные, это правда. А бублик вкусный. Че ты его не берешь? Ой, мало у меня осталось-то как. С этими бубликами всякими. О, господи. У меня очень защита стоит. Давай. Давай, тень. Может, оружие другое взять. Оу. О, он луком стрельнул меня. Давай. Ну, тень. Ничего себе, он крейзи. Опять лук своим стрельнул. Лучше бы он в меня ударил. Но это для него. Это... Лишь ему будет лучше. А мне нет. Так что это хорошо. И вот что, это что было? Почему я не подпрыгнул? Странно. Почему тень не подпрыгнул? Оу! Меня опять хотел гвоздями своими наколоть. Иголками своими. Кактусы. На бублик. О, съел бублик, молодец. Все. Пим, опять луком стрельнул. Ткнул. Давай, пим. Какое-то оружие медленное. Медленноватое. Медленноватое, да. Медленноватое. Оу. Луком. Поджарил. Хоть поджаришку свою включать. Так, так. Пум-пум. Все. Бомбочка. И скоро. Да, ура. Давай вот так его. Порубим в мясорубочке. Что это? Опа. Оп, давай. Давай еще. Оп. И еще. А что ж такое? На. Еще. На. А теперь бублик, наверное. Давай бублик лови. Да чё? Чё ты бублик не ешь? На. Бублик съешь хотя бы.
Давай, давай. Пожалуйста. Да. Молодец, тень. 8 миллионов получил. Я именно сейчас на опыт обращаю внимание, потому что раньше я только на него обращал внимание. Ты только попробуй сделать мое царство, миг снился, снежку. Я силу наблюдаю за тобой, я не мог предположить, что тебе поглядится твоя темная половина. Ты превзошел мои ожидания. Ты слышишь, не, как и врата, что ты открыл. Она пробовала мне путь тысячи миров, где вместо героев, что их оберегают. Ты решил на сердце и угодил в мою ловушку, ты потерял тело. Дал силу ходить меж мирами, и скоро она станет моей. Безводен ярости. И ждешь нашей схватки. Ой, ждешь нашей схватки, но последний раз я хочу увидеть на ножице сильно способной чистой темной энергии. Мы. Я слышу воздух, господин. Как она спешала? Лупцы, неужели вы думали, что свои сгорятся вверх меня и родин? Да-да-да-да. Что-то много тут всего. Так, опа. Я же знаю каждое твое движение. Я видел все твои бои. Ты собираешься меня победить? Ну, сложная она будет или нет? Я не знаю. Вот она. Мы. Оп, опа, оп. С этой, с бластерами. Чего? Чего? Оп, оп, оп. У нее, она восстанавливает себе жизнь. О! О, ты что делаешь? Надо оружие поменять. Срочно меняем оружие. О. Не, жестко. Опа, невидимка, невидимка. Ее половину... Ее половину жизни снес. Ничего себе. Пэм. Критически, давай. Оп. Есть. Нет, нет, восстанавливает эту жизнь. Опять восстанавливает. Локтем. Оу. Меня опять бросили. Вот так. Иголки. Все, упустил. Да. Ну все, я сейчас, наверное, проиграю. А может, нет. Ох. А, я победил, ура. Но оружие я поменяю перед титаном. Ну это как-то слишком оно какое-то. Медленное. Урона не очень много наносит. Так что, другое нужно. О, бомбочка. Ура. Что-то ты слишком далеко стреляешь, тень. Бум. Ого. Ты дыш. Шлем. Защита шлема. Дыдыш. Похитил жизни. Молодец. Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Ай. Давай, давай. Тоже. Звездные войны, короче, тут. Начались уже. А не бой с тенью. Есть! Круто. С одного раза. Прикиньте. Вау. Теперь титан. Нет, нет, что происходит, где казалось? Ну, короче, можете прочитать. Тут очень много всего. Я ведь что-то титан говорит. Достижение. Нужно потише сделать. Что-нибудь новое. Для титана советуют когти рыси или же серпы. Можно серпы какие-нибудь взять. И какое-нибудь быстрое метательное оружие. Ну, допустим, шипы. Вместо бубликов. Вот этих. Что у меня были вот эти вот бублики. И магию вот эту вот советуют тоже. Все советуют вот магию против титана. То, что он не умеет прыгать. А хотя нет, он кувыркаться умеет. Так. Наконец-то. Финальная битва.
Я прям волнуюсь. О, какой он огромный. Ого! Да чего? Хватит махать! Ты... Оп! И... Ты чё? Он башкой меня тыкнул. Оп! Я просто тычу это когтями. Оу! И он меня тычет. Все тыкают друг друга просто. И он мне похитил здоровье, к сожалению. О! Прямо по голове, давай. Давай. Магию. Нет. Вы видели? Прям последняя жизнь у него осталась. Я задевался, и он прямо пым-пым-пым. И разделался со мной. Оп, на. Ау. На. Опа. Ты чё делаешь? Да чё? Хватит топтаться. Да хватит. Бражник, хватит. Бражничек. Как из Леди Баг Суперкота, бражник такой. Похож немного. Да чё ты делаешь? Магия! Давай, бензопилу! Всё. Да он сложный. Бражник этот. Это гусеница вообще. Толстая. Давай, выходи на бой, гусеница. Давай, чё ты блокируешь удары? Оп, на тебе гусеница. На, мелкая гусеница. Нет, не мелкая, большая гусеница. Оп, ураган ударов, давай. Давай, комбо 11. Комбо. Давай, комбо набиваем. Ой, он головой меня ударил. Давай. Ой, нет. Нет! Я думал, он меня ударил. Оп. Набиваем комбо. Давай. Давай, бензопила, не подведи. Бензопила. Есть! Я его вырубил. Я вырубил эту толстую гусеницу. Этого папа свина. Папа свина, да. Что ж, 1-2. В пользу него. Титана. Так. Он уже что-то использует. Какую-то эту. Защиту, что ли? Наверное. Ух, бомбочка, молодец. Тень. Оп, да ты что делаешь? Хватит топтать меня. Я тебе тут не муравей. Я сейчас тебя вырублю. А муравей не может вырубить человек, так что... Все. Опа, и без магии его. 2-2, есть. Сейчас последний раунд решающий, давайте. Давайте его победим. Верьте в меня. Я сейчас его... Оп. Что-то ау. Магия мало снесла. Ты что делаешь? Ты что вытворяешь? На, пока он там засиделся, отдохнуть захотел, но не тут-то было, отдыхать тут не надо, ох ты ж. Давай, оп, ярость бури, буря, давай, буря ударов прямо, оп, да я ему в ногу попал, да. Есть, пам, он упал. Есть! Я его победил! Представляете, я прошел целую игру. Я игру прошел наконец-то. Сейчас будет анимация, по-моему. Посмотрите анимацию. Вот она. Опа, его разносит. И все. И тень куда-то пропал. Вот это круто, я прошел игру. И чё? Вот он.
Я анимацию пропустил. Ладно. Это титры. Пошли титры игры. О, сколько людей работало-то. Да уж. Игра русская. Как вы видите, тут русские все фамилии, имена. Ну ладно, мы прошли игру. На этом наш выпуск подходит к концу, конечно же. Всем пока-пока и удачи!